От такой мощи и красоты исполнения душа в раз свернулась и вновь разворачивалась, чтобы уйти в пятки. Центр «Русская деревня» в Кондратеновке наполнился до краев музыкой народного веселья. Здесь провели 7-й по счету фестиваль «Играй гармонь, душа России». Здравствуйте, наши любимые, дорогие, долгожданные гости! Здравствуйте, все любители, почитатели русского народного творчества, русской песни и нашей души России, нашего исконно российского инструмента гармонии! Конкурса у нас как такового нету, поэтому просто встреча друзей. Это фестиваль-концерт. Дальнереченск представляет у нас Галкин Михаил. Сибирцева уже стабильная. В общем, 12 коллективов со всего Приморского края прибыли на фестиваль. А в нему казачку за плечом, а черноглазая моя девчоночка меня целует горячо. Владимир Суняйкин приехал на фестиваль «Ажи спорта» Ванина. Звезда выступлений на Первом канале, неоднократно давал концерты в Японии. Вот и сейчас, только взял в руки трехрядку, сразу видно – гармонист. Для начала, для порядка, журналистам интервью. Гармонь всегда моя по жизни, всегда с собой, всегда самое. Даже таможенники на пароходе проверяли, говорят, где гармонь, мы тебя не посадим без гармошки. Если честно, я просто тронут таким вниманием, такая организация. Очень здорово, красиво все сделано, душа поет России, понимаете? Я сам фанат этого дела, я брошу все, а гармонь возьму в руки. А я гармонь свою возьму, и с ней по улице пройду. Есть одна слабость у меня, замужней баб влюбляюсь я. Звучали на поляне песни, частушки и романсы. Мужской удали гармонистов была под стать душевность и красота женского пения. Выступали сольно и целыми хорами, одним из которых был ансамбль уссурийских железнодорожников «Вдохновение». Да это же наша отдушина, вы что? Это же самое то, что мы любим. Дорогие два друзья, раза в неделю мы собираемся на репетицию. По фестивалям, и в городе, во Владивостоке, поющий океан, афганский ветер. Мы во всех фестивалях участвуем и занимаем не последние места. У нас как бы мы лауреаты международных конкурсов. Главный приз фестиваля для гостей и участников – шурпа – уже вовсю кипела, готовилась. Погода также не подвела, обещанный синоптиками дождь обошел гуляние стороной. А веселье и задор, наоборот, остались в русской деревне до конца фестиваля. Заглянули на праздник. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.